Добрый день, дорогие телезрители! В эфире передача «Куншуах». Сегодня у нас 26 марта, вторник. Всем желаем прекрасного дня, наполненного радостью, положительными эмоциями, позитивной энергией, счастьем и всем тем, что заставляет вас улыбаться. Открыли мы сегодняшнюю программу песни «Казахстан» в исполнении воспитанников Центра внешкольной работы вокальной инклюзивной группы. Перед вами исполнили песню «Карабалин Сардар», «Щербань Таисия» и «Гусгон Анастасия». Мы рады приветствовать сегодня педагогов Центра внешкольной работы вместе с их учащимися. Вначале представлю педагогов: Эмилия Тлепова, Галина Егорова, Бибинур Маратова и Наталья Лагашкина. Ну, а с воспитанниками, с вашими мы познакомимся чуть позже. Рада вас приветствовать сегодня в нашей солнечной передаче «Куншуах». Надеюсь, настроение у вас прекрасное, несмотря на погоду за окном, хотя с утра пасмурная погода, дождь, но в нашей студии всегда тепло и солнечно. Еще раз добро пожаловать, Наталья
Я думаю, что вы тоже, наверное, хотите поделиться своими позитивными эмоциями с нашими телезрителями. А сейчас мы послушали прекрасную песню «Казахстан» в исполнении ваших детей. Они покинули уже нашу студию, но я думаю, что вы сами сейчас обо всем расскажете, о том, как вы работаете с детьми, какие цели и задачи вы ставите перед собой, каких достигли успехов на сегодняшний день. Пожалуйста, Наталья. Здравствуйте, Лаура. Да, сегодня мы пришли с Центра внешкольной работы. Это коммунальное казенное предприятие, учреждение дополнительного образования, в котором занимается более 6 тысяч детей. В нашем центре дети с удовольствием рисуют, поют, танцуют, ходят на различные спортивные секции. А самая главная цель – это организация свободного времени. Дети в возрасте от 4 до 18 лет получают различные навыки, знания и умения. Кто-то в будущем выбирает профессию. Вот, например, сегодня вы об этом услышите. Угу. Галина, расскажите нам тоже, пожалуйста, о своей именно, о своем кружке, о своих детях. Сегодня вы тоже принесли нам свои работы. Да. Я в начале передачи, конечно, хочу поздравить всех наших уральцев с прошедшим праздником Наурыз, пожелать всем здоровья, счастья, успехов в творчестве. И расскажу немножко о нашем кружке. Наш кружок называется «Сикарлэйне». Ну, на русский это звучит как волшебная иголочка или игла. Существует он уже более 8 лет. Занимаются там дети с 8, в возрасте от 8 до 18 лет. Занимаемся бисероплетением. Шьют детки игрушки из фетра, но основное у нас направление — вышивка бисером. Делают украшения себе различные, броши вышивают в национальном стиле, пояса, кожикеи расшивают. Вот. Я хочу вам представить мою такую ученицу, талантливую, которая пришла ко мне совсем маленькой девочкой, очень маленькой. И вот сейчас она сама немножко о себе расскажет. Я ей, если что, помогу. Угу, представься. Меня зовут Молдагали Сабрина Булаткызы. Я занимаюсь в кружке уже с 2018 года. Начала с плетением бисера. Делала такие деревья. Можно сказать, цветы делала. Потом уже занялась с вышивкой бисером, брошка делала, потом шила игрушки, у меня целая коллекция колобка. Сказку «Колобок» она шила, да, и даже с этой сказкой она выступала у нас в библиотеке. И потом со временем я начала увлекаться с национальными одеждами, украшениями, как пояс, саукиле и диадема. Вот эти работы, эти работы, которые лежат, да. Я сама это делала. Это она сделала своими руками. Вот. Диадема, красиво, браслет молодец. Вышитый, сережки. Это все комплект праздничный, вот этот красный. А вот этот голубой у нее комплект «Нежность» называется. Да. Я очень люблю рукоделие, и можно сказать, я выбрала профессию из-за вот этого рукоделия. Поступила, да. После 9 класса. После 9 класса я поступила в колледж сервис технологический. Я выбрала профессию модельер-закройщик. Да, и применяю сейчас свои знания там на практике. Да. Да. Ну, не бросила, да, занятия не в кружке, бросила. Продолжает ходить. То есть ты ей очень нравится. Да, совмещаю. Да, находит время. И учебу. Молодец, все успеваешь. Успеваю. Ну, как мы поняли, тебе это очень нравится, вдохновляет тебя, приносит удовольствие, да, для души. Я представляю, сколько ты уже сделала, да, своими руками таких красивых изделий, наверное, и... Подарки, да, это самое главное. Работа именно изготовлена своими руками, она ценится. Да, всегда приносит тепло и удовольствие большое. Тому человеку, когда вкладываешь душу, да, да, на работу. Есть одна из самых твоих любимых, или они все по-особому дороги тебе? Особо дорогие они мне все.
Вот, например, я вот эту диадему сделала для своей сестренки. Сестренка у нее недавно родилась, да. И вот ей исполнился годик, и она ей вот такой праздничный комплект подготовила. Они устроили небольшую фотосессию семейную, где они все фотографировались, и вот девочка у нас была в национальной таком наряде. И сегодня она сама пришла в национальной такой одежде, с такими украшениями красивыми, национальными. Молодец, мы желаем тебе не останавливаться на достигнутом и дальше продолжать радовать нас своим творчеством. Спасибо. Своих родных и близких в том числе. Работа с детьми, конечно, непростая, да, у вас разные дети, совершенно разные характеры, но еще у вас есть и инклюзивная группа, да, вот они вначале спели песню. А скажите, пожалуйста, вот как вам удается настроить вот всех на одну волну? Существует ли какой-то особый подход именно вот к таким детям, да, с особыми потребностями? У нас в центре уже более 10 лет занимаются дети с особыми образовательными потребностями. Но каждому подход индивидуальный. Мы стараемся их заинтересовать, чтобы они выступали на концертах, они еще оформляют наши выставки. У нас в центре занимаются более 70 детей с особенными образовательными потребностями. Они занимаются вокалом, рисованием, вот, бисероплетением, шитьем. Даже школа лидеров у нас есть. Им нравится. Они уже более 10 лет к нам приходят. Мы с прошлого года у нас стартовал проект «Акжайык – территория доброты». В рамках проекта мы с детьми проводим различные мастер-классы, мероприятия. Осенью проводили ко Дню Республики мастер-класс, дети делали бэтирек. Конечно же, и родители у нас активное участие принимают. На Новый год у нас праздник был. Вот недавно на Наурыз у нас прошел мастер-класс, где дети делали сувениры, подарки своим мамам. И планируется вот 1 июня ко Дню защиты детей. Конечно, когда мы проводим мероприятия, нам помогают наши спонсора. Да, они дарят детям подарки, сладости покупают. Воспользуясь случаем, я хочу поблагодарить наших спонсоров. Это общественное объединение «Динамо», благотворительный клуб «Мактуб», ИП «Кульшурина» и магазин «Веселые идеи». Я хочу сказать им спасибо за то, что они нам помогают дарить радость, улыбку детям. Вот наши дети очень талантливые, они выступают на различных концертах, плюс вот оформляют выставки. То есть разносторонние, да, развитые. Да. Но у вас есть еще и психологи, которые работают, да, вот, с этими детьми? Да, да. Психолог Центра внешкольной работы. Бывают ли какие-то сложности, трудности вот именно с детьми? Сложности бывают, конечно, у них у всех разные характеры. Иногда они приходят без настроения, иногда вообще не хотят ходить на кружки. Ну вот мы стараемся, занимаемся, стараемся заинтересовать и... Родители большую роль играют в этом. Вот родители каждый день приходят, детей водят к нам. Поэтому вот важную роль в их жизни вот родители. Ну и с родителями, наверное, ведется у вас отдельная работа. Да, индивидуальная работа с родителями. Спасибо. Эмилия, пожалуйста, и вам слово. Расскажите нам также о своей деятельности, о кружке. Студия, зрители. Наш кружок существует уже 22 года. Выпускников нашего кружка очень много. Сейчас уже приходят их дети ко мне на кружок. Но... Такая идет у вас преемственность поколений. Да. Ну, изучаем различные техники разных народов. Сейчас, вот, допустим, недавно изучали технику японского народа, амигуруми. Детям это нравится. Ну, мы стараемся как-то разнообразить свои техники в исполнении. Но мы можем одну и ту же работу выполнить в разных техниках. Допустим, вот дети вяжут игрушки вот такие. Что еще могу сказать? Ну, вот у вас сейчас воспитанница с вами, ваша девочка сидит, она не расстается, да, со своими спицами, что она вяжет. Я вяжу крючком. Меня зовут возьми Аяпа микрофон, Фрида. Пожалуйста. Подай микрофон. Меня зовут Аяпа Фрида, мне 11 лет. Я хожу на кружок Асимая уже третий год.
Мне очень нравится... Возьми, пожалуйста, наш микрофон, ты говоришь. Мне очень нравится вязать, выполнять разные работы, разными техниками учиться. Например, тут сидят мои два зайца, которые я вязала. Ну вот еще работа. Я интегрировала два вида техники, такие как батик, это рисование на ткани, и вязание. С этими работами мы недавно участвовали в конкурсе. Где я была награждена Алхасхатом. В прошлом году мы тоже участвовали. Поздравляю. В прошлом году мы тоже с Фридой участвовали в конкурсе международном. Там она заняла гран-при. Ну, Фрида у нас такая чувствуется, такая активная, да? Как будто ты все время даешь интервью на камеру. Я выступаю на различных конкурсах, выставках. Так уверенно себя чувствуешь сейчас, так же, да, в прямом эфире? Да. Молодец. Ну, а что ты вяжешь все-таки сейчас здесь? Я вяжу декоративную резиночку. Вот, например, на моем розовом зайчике прикреплены две резиночки. Их я вязала недавно и связала аксессуары. Молодец. Скажите, пожалуйста, Эмилия, а вот какая польза, да, вот от вязания? Говорят, что улучшает, да, вот именно мелкую моторику, да, развивает, да, вот еще какие есть плюсы. Сейчас ведь очень сложно детей, да, такого возраста заставить, наверное, чтобы у них было свое, да, желание такое прийти, заниматься вязанием, бисероплетением, когда дети вот увлечены, да, сейчас вот именно гаджетами. Да, мы когда, я когда начинаю свои вот, когда начинается учебный процесс 1 сентября, я всегда говорю детям, первый наш инструмент – это крючок и пряжа. Какую бы мы тему ни проходили, на столах у вас должна быть крючок и пряжа. Почему? Потому что в параллели мы изучаем две техники одновременно в параллели. Дети поначалу злятся, не хотят. И мы говорим, Жанна, нам это надоело, мы не хотим, можно что-то другое. Но сейчас я вот смотрю на них, со временем они потом приучаются к крючку, они вяжут такие работы, они свои работы вяжут на продажу даже, зарабатывают свои какие-то... Зарабатывают какие-то деньги, имеют небольшой доход, да. Ну, нравится им вязать. Когда мы проходим какую-то новую тему, если они там затрудняются, пока я помогаю с работой одному ребенку, в это время они могут отложить новую тему и сидеть параллельно вязать. Вот, ну, стараемся приучать их к труду. Во-первых, у них развивается моторика рук, внимание, память, креативное мышление. И меньше сидят, наверное, в телефонах. Вот, больше занимаются полезным делом. Я так думаю. Согласна с вами, абсолютно. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. 28-58-69, номер прямого эфира и номер WhatsApp 8-700-028-58-69. И тут поступает у нас сообщение от родителей. Здравствуйте, я мама Бузгун Анастасия. Моя дочь уже несколько лет посещает центр внешкольной работы. Хочу выразить огромную благодарность педагогам этого центра за их огромный труд в работе с нашими детьми. Благодарим вас за теплые слова. Я думаю, что педагоги тоже очень довольны. Следующий добрый день. Меня зовут Асель, я мама Сардара. Хочу поблагодарить педагогов ЦВР за терпение, старание, за знания, которые они вкладывают в наших детей. Удачи вам и успеха во всем. Следующее сообщение. Добрый день. Хотим выразить огромную благодарность всем педагогам Центра внешкольной работы за их труд. Мы еще раз призываем всех к активности. Звоните, пишите. Время эфира ограничено. Ну а сейчас послушаем еще одну песню в исполнении Ташеновой Акжан Менен Гасаром. Пожалуйста, Акжан. Келте қарышы бізге ортақ әлемнің барлық қалы
шуак боп шашыл, жирма бір жастағы, жирма бірінші ғасыр. Айналшы досқа, арманға баста, жирма бір жастағы, жирма бірінші ғасыр. Бағынды асыр, шуак боп шашыл, жирма бір жастағы, жирма бірінші ғасыр. Айналшы досқа, арманға баста, жирма бір жастағы, жирма бірінші ғасыр. Молодец, Акжан. Ну а теперь возьми сразу микрофон и расскажи нам также о себе, с каких пор ты посещаешь центр, что тебе нравится, что вдохновляет именно в этом. Я посещаю ЦВР уже 6-й год. Мне очень нравится. Я посещаю несколько кружков. Это вокал, театр и так далее. Я очень люблю ходить на кружки, потому что они интересные, они мне очень нравятся, и я хочу продолжать свои творчества в ЦВР. А как давно ты сама поешь, Анжела? Вот ты так красиво спела, так профессионально. Кто тебя научил? Меня научил мой педагог Кройтер Нина Нурлановна. Хочу выразить большую благодарность за ее труд, за все то, что она меня научила. Молодец. Ну, еще тут у нас девочки сидят, а сейчас они тоже споют нам чуть позже. Вначале тоже хотелось бы с вами познакомиться. Поближе, девочки, возьмите микрофон. Тот микрофон. Здравствуйте, меня зовут Чудакова Валерия Антоновна. Я посещаю уже ЦВР 3-й год. Мне очень нравится, и вон там вон стоят мои работы, шерстяная акварель. Ну, мне понравилась шерстяная акварель тем, то, что она легкая работа. Просто выкладываешь слой шерсти. Мы начинаем сначала с заднего фона, потом переходим к ближнему. Интересно, самое интересное то, что получится что-то вот неожиданное, красивое, своими руками. А сколько времени уходит на одну работу? Ты говоришь, не совсем, да, сложно, но это же ведь такой труд. Ну, да, это, ну, как по мне, ну, допустим, где-то по мне, это же моя первая работа, вот, я делала, наверное, как-то месяц. Месяц? Ну, наверное, вот так. Но это же прям просто вот берешь и ложишь, и вот что-то вот. Ну, в общем, первую очередь, какие вот качества нужны для того, чтобы вот научиться делать вот такие красивые работы, картины? Терпение, наверное, да? Терпение, труд. Усидчивость. Да. Это само собой. Да, это самое важное. То есть ты обладаешь всеми этими качествами, конечно. Да. Молодец. Передавай микрофон дальше. Здравствуйте, меня зовут Байтильтина Дарина Рустемовна. Я посещаю уже кружок 3-й год. Этот кружок называется «Осем май». Моя самая первая работа – это сумки. Для начала я хотела подарить сумку своей маме. Ты подарила маме? Да. Мама была счастлива, конечно. А также я к этой работе уделяю очень много внимания. Мне нравится работать с ней. Безумно красивая прям работа у тебя. Молодец. Мы изучаем много техник различных. Вот одна из первых работ – это вот плетение бусинами. Девочки делают бусины, понравилось. И даже не скажешь, что это сделала вот девочка маленькая, как будто прям... Да, вот делают также в подарок. Взрослый человек. Учителям, подругам, родственникам. Ну, самое главное, что их заинтересовало, что они могут на этом делать какой-то маленький свой бизнес, то, что им приносит доход. Дальше больше, да? Да, они на заработанные деньги покупают материал для работы дальше. То есть они уже не зависят от своих родителей. Спасибо. Финансов. Есть у нас телефонный звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день, у нас телефонный звонок на
Я слышу себя. Убавьте, пожалуйста, звук телевизора. Добрый день, алло. Алло. Здравствуйте. Ага, я хотел... Алло. Да-да, я слушаю хотел... вас, продолжайте. Я хотел поздравить всех с Наурузом. И благодарить учительницу, большое спасибо ей. Моя внучка Сабрина. Алло, продолжайте. Она талантливое будущее. Надеюсь, что она будет нас дизайнером. Большое спасибо учительнице, которая училась с детства. А почему вы плачете? Вы так растрогались. Не знаю. У меня такая эмоция, я переношу так. Вас эмоции сейчас переполняют. Спасибо вам большое за ваш звонок, за ваши такие искренние такие пожелания. Видите, действительно чувствуется, что от души искренне, да? Это слезы ведь радости, счастье, да? Она благодарит педагогов за внучку, да, я так поняла. Это бабушка звонила, бабушка. Это твоя бабушка звонила. Передай бабушке привет, обрадуй ее тоже. Привет. Скажи ей что-нибудь, как ты ее любишь и дорожишь. Бабуля, я тебя люблю. Бабушка, я тебя люблю. Спасибо тебе большое, что поздравила меня и моих учителей. Спасибо. Давайте поаплодируем бабушке. Спасибо вам за такую внучку прекрасную. Я думаю, что в ней воплотились, наверное, качества все, да? И бабушки, наверное, не только родители, да? Бабушка тоже рукодельница. Талантливая. Спасибо. Столько сообщений сейчас поступает от наших телезрители, это, конечно, в первую очередь ваши родители. Благодарна. Здравствуйте, я сестра Сабрины. Благодарю педагогов за участие в таком проекте. Наталье Владимировне особенно благодарность, тете Сардара Айна пишет. И благодарит также всех педагогов центра за их труд и трепетное отношение к детям с особенными потребностями. Здравствуйте, я мама Байгильдины Дарины. Хочу поблагодарить нашего учителя Эмилию Климжановну за ее огромный вклад и труд в наших детей. Дочке очень нравится ходить на прикладное творчество. Это ты? Да. А, ну вот, тоже помаши маме своей. Здравствуйте, я мама Валерия. Ты уже видишь отсюда, да? Что твоя мама пишет? Ну, у тебя глаз алмаз. Благодарю нашу Эмилию Климжановну за ее труды, которые она вкладывает в наших детей. Ну, молодцы ваши родители, что я скажу. Все прям как одна команда, одна семья, да, сегодня подключились к прямому эфиру благодаря своих педагогов. Конечно, это такая большая гордость, да, такое счастье видеть своих детей сейчас в прямом эфире нашей передачи «Куншуа». Ну и давайте послушаем следующую песню в исполнении Аяповой Фариды «Мечта». Где у нас Фарида? Пожалуйста. Мечта, что горит словно солнце, мир согревает в душе доброта. Никогда ведь не поздно, пусть упылает, как в небе звезда. Наша музыка в сердце, за руки вместе с тобой навсегда. Это мечта, руку мне дай. Если путь будет трудным, я помогу тебе, руку мне дай. Дружба это так нужно, вместе мы ноты все сложим в одну. И споем ее вместе, это чудесно, лишь руку мне дай, ты не один. Все так кажется сложным, это возможно, ведь ты не один. В каждом городе это нашей планеты, мы дети Земли. Пусть наш мир станет лучше, просто послушай, ведь ты не один, ты не один. Музыка — это любовь, ты просто услышь ее здесь и сейчас. И зазвучит она вновь только для нас. Наперекор всем ветрам мы парус поднимем, моря покорим.
на солнце, мир согревает в душе доброта. Никогда ведь не поздно, пусть все пылает, как небе звезда. Наша музыка в сердце, за руки вместе с тобой навсегда. Это мечта, только любовь побеждает и верит, рада, что лучшее сбудется вновь. Даже если бывает, что-то теряем, но только любовь. Если очень захочешь, пусть на миг громче мы вместе с тобой, вместе с тобой. Музыка — это любовь, ты просто услышь ее здесь и сейчас. И зазвучит она вновь. Спасибо большое, молодец, браво. Ну, все детишки просто прекрасны, талантливые, все обладают способностями такими. Я просто восхищена. Я думаю, что и наши телезрители тоже. Вы сегодня подарили нам вот такой праздник для души и сердца. Что ж, продолжим наш эфир. Дорогие друзья, уважаемые гости, напоминаю, что у нас остается буквально 9 минут до окончания эфира. Еще здесь сообщение. Добрый день. Меня зовут Асимгуль, я мама Аяповой Фариды, которая исполнила нам песню. Вот, Фарида, и твоя мама написала. Хочу выразить огромную благодарность всем педагогам нашего центра Шабыт Эмилию Калимжановну, Светлану Николаевну, Даулет Илбатырлы. Спасибо за сообщение. Скажи в микрофон. Микрофон. Фарида. Привет, мам, я тебя очень люблю. Желаю тебе здоровья, счастья, чтобы ты никогда не болела. Еще раз, я тебя очень сильно люблю. Молодец, Фарида. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Наталья, а вот скажите, пожалуйста, какое направление вот самое востребованное, да, вот в вашем кружке? А приходит ли еще, да, вот как заинтересовываете, да, детей? Сколько вообще детей к вам ходит? В основном вот какого возраста? В нашем центре внешкольной работы, как я говорила ранее, занимается около 6 тысяч детей. В основном работа строится на трех направлениях. Это художественно-эстетическое, спортивно-техническое и еще одно какое-то направление. Но самое востребованное именно это художественно-эстетическое, где дети приходят и петь, и танцевать, и на инструментах играть, и в театральных постановках участвовать. Ну а как? В основном, конечно, работа ведется летом и осенью, когда мы привлекаем все школы города и делаем рассылки по чатам родителей, приглашаем их в наши кружки. В основном у нас кружки идут бесплатные, и поэтому у детей есть возможность заниматься в двух, в трех, а иногда и в четырех кружках. Они свое расписание делают так, ну, чтобы прийти во вторник утром и уйти в субботу вечером. Угу. Спасибо. Ну, а дети, может, тоже, девочки, скажете, да, вот какие-нибудь яркие у вас есть моменты, связанные вот с центром, да, внешкольной работы, может быть, какие-то выступления, какие-то вот запомнившиеся такие моменты. Мы участвуем в различных конкурсах, выставках, где показываем свои работы. Мне это очень нравится. Я на всю жизнь запомню эти моменты. Когда все восхищаются, мне это очень приятно, когда мои работы хвалят. Тебя вдохновляет? Да, меня вдохновляет еще больше делать, вязать разные работы.
Ну вот у тебя уже и резиночка готова, да, смотрю? Да. Какая молодец. Сейчас за я сделала... какие-то считанные минуты она вот смастерила такую резиночку для волос. Миниатюрную резиночку в желтом цвете. Для начала я начинала вязать 30 воздушных петель. И дальше я продолжала вязать столбиками с накидом. Получилась вот такая вот красивая резиночка, аксессуар. Ой, молодец, умничка. Молодец. Девочки, вы что можете так же дополнить? Валерия. Лера, вспомни, мы недавно участвовали в выставке, вот 8 марта, да. Да, мы участвовали в выставке на 8 марта. Выставка проходила. Выставка проходила в городе. В 10-й школе. В 10-й школе. Там стояли наши работы ЦВР. Стояли разные картины, работы, допустим, игрушки, вот картины. Лера выставляла свои вот работы вот, в технике шерстяной акварели. Да. Вот, но, к сожалению, не смогла мама попасть на выставку. Мы проводили большой концерт, большую выставку в 10-й школе перед 8 марта. Было очень много народу, приглашали гостей. Но выставка шикарная была. Все были довольны, родители, все были счастливые, дети такие счастливые. Да. Восхищение переливалось просто, ну и, да. Прям радость была. Они переживают, когда вставляют свои работы. Эмиль Климжан, а вдруг им не понравится? Эмиль Климжан, а вдруг я что-то не так? Эмиль Климжан, а вдруг у него кого-то будет лучше, у меня хуже? Я говорю, никогда не сравнивай с работой лучше или хуже. Ты сделала от души, то есть вложила в свою работу свою душу, поэтому ты должна гордиться своей работой. И вперед, смело, давай, участвовать будем. Молодец. Которые запомнены всегда, это концерты, это спектакли, которые мы выходим с моим учителем Малышей Оксаной Михайловной. Я очень ей тоже благодарна за то, что она столько вложила в нас, чтобы вывести на сцену и показать работу, которая ведется год, и уже на отчетном концерте, на отчетном спектакле мы показываем свой труд. Я запомнила навсегда концерты, все концерты у меня в голове. Я их... И в сердце, да? Да. Я их, когда новый концерт, я всегда радуюсь очень сильно и немного переживаю, потому что как-то не по себе становится. Но ну, конечно, волнительно же всегда, да, любое выступление. И эти моменты у меня всегда будут в сердце всегда. Спасибо. Ну и 5 минут у нас остается до окончания эфира. Какие у вас будут пожелания в заключение всем телезрителям? Я хотела бы поблагодарить свою учительницу Светлану Николаевну. Она меня научила петь, выступать на сценах, не бояться, ну, показывать себя с разных сторон. Вот сейчас я выступила, эту песню мы с ней, ну, готовили. Также мой учитель по рисованию, он учит нас рисовать разные техники. Например, еще мне нравится посещать кружки и их, ну, вместе как... ну, совмещать. И, например, вот эту картину я и рисовала, и вязала, вот, и вложила туда всю свою душу. Молодец. Фрида, у нас осталось совсем мало времени, давай дадим тоже слово и другим. Давайте, если можно, вкратце, 3 минуты у нас остается до окончания эфира. Хотела поздравить телезрителей с прошедшим Наурозом. Желаю вам счастья, здоровья. А также я хочу поблагодарить свою учительницу Эмилию Калимжанну за то, что она в нас вложила очень много вдохновения, труда. Учит нас всему, показывает. Молодец. А я хочу поблагодарить свою маму и нашу учительницу Эмилию Калимжан за то, что они нас всему научили. Ну,
Эмилия Калимжановна научила нас делать работы, вязать, угу. делать шерстяную акварель, вот такие вот работы. Угу. Научила нас плести из бусин. И еще я хочу поблагодарить свою маму за то, что она решила меня вот сюда вот привезти. Спасибо большое. Молодец. Я хочу сказать с тоже прошедшим праздником. Я хочу сказать спасибо Галине Петровне, что она учит меня уже несколько лет. И хочу сказать спасибо своему учителю, первому учителю Галине Владимировне. Хочу спасибо сказать своей учительнице в колледже Риме Дамировне. Я очень благодарна этим людям. Молодец. Никого не забыла, да? Еще здесь сообщение. Сальма Цидарма. Я мама Сабрина. Благодарю Галину Петровну. Горжусь дочкой. Спасибо передаче «Куншуак». Ну, а мне тоже остается поблагодарить вас всех за участие в нашей передаче. Хочется пожелать только процветания вашему центру, побольше вот таких благодарных родителей, ну и талантливых учеников. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы этот день принес вам только отличные новости, легкое настроение, приятные встречи и радостные события. До свидания и до скорых встреч в эфире.